может рассуждать и решать только народ этих республик. Мне кажется, что должен пройти глобальный референдум, который будет одобрен и или нынешними, или следующими властями, централизованными пока Украины, который и определит дальнейшую судьбу этих регионов. Но как мне кажется по сердцу, что все-таки вот Новороссия – это от Донецка, Одессы, Мариуполь, Херсон, Николаев, Запорожье, Днепропетровск, может даже Киев. Киев, ну, это русский город, он как бы всегда так позиционировал себя. Что касается Запада Украины, здесь я согласен. Здесь больше польского, здесь больше венгерского. И вот геологически вот этот вот разрыв, он, мне кажется, будет соответствовать этническому. Вот, по этническому принципу, но если уж так хочется людям, ну, как-то должно вот разделиться, чтобы все жили наконец в мире уже.